Всім привіт! В ефірі «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви прагнете досягати великих цілей, то наша програма саме для вас. Отже, сьогодні ми дізнаємось. Як проходила презентація ресурсного центру громадських ініціатив? Миколаїв може стати літературною столицею України. Така думка Олександра Єгорова. «Життя як свято» у шоумена Андрія Нероди. Розкриваємо секрети ведення успішного бізнесу разом. Поговоримо про успіх та особистісний розвиток у нашій постійній рубриці «Академія успіху». Відвідаємо музей імені Суворова у рубриці «Сторінки історії». Як зробити наше місто кращим? На це питання ми знайшли відповідь на презентації ресурсного центру громадських ініціатив. Сьогодні ми презентували результати попередньої реалізації нашого проєкту «Ресурсний центр для громадських організацій», який підтриманий нашим донором – це фонд «Westernis Enterprise Fund», який був одним з ключових проєктів нашої агенції, оскільки він покликаний на розвиток громадянського суспільства і навчання громадських організацій, проєктному менеджменту і безпосередній супровід їх в тому, щоб вони могли отримувати фінансування. На сьогоднішній день уже 7 проєктів було розроблено під час реалізації цього проєкту для ресурсних організацій, в тому числі це створення міні-сцени в мікрорайоні Ялти. От, і найближчим часом це буде літературний міжнародний фестиваль. Тетяна Сідляр, співорганізатор проєкту по створенню зони відпочинку у мікрорайоні Ялти, розповіла про мету проєкту та про власний шлях до перемоги у конкурсі міні-грантів від Британської Ради. Ми хотіли, щоб люди більше спілкувалися, більше виходили на вулицю, щоб могли, навіть, я ж говорю, побачити друг друга. Бувають такі моменти, що люди сусіда, сусід сусіда не бачить. Ми, звісно, йшли з надіждою в самому початку побідити. Ви знаєте, ціль була. І говорить, коли є ціль, немає преград. От ми стараємося і постарались всі вместе, от ми добилися цього, щоб люди дійсно общались, бачили людей друг друга. Там міні-сцена буде, буде небольшой екран, будуть скамейки, де люди, вазони з цвітами. Все це буде облагорожено і, я думаю, буде дуже красиво. І кожен, хто у нас буде жити, хто живе і хто гость приїде до нас пообщатися з нашими людьми, ми будемо дуже раді. Ще одним з цікавих проєктів, над яким працює ресурсний центр, є створення креативного простору на базі Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Мы презентуем проект молодежного пространства в нашей библиотеке, такого своего рода коворкинг-центр. И пришли сюда для того, чтобы попросить молодежные организации и молодежь, как бы, чтобы они сами для себя створили такое пространство молодежное, куда бы они хотели постоянно приходить, где бы они хотели общаться. Мы с ресурсным центром, я как студенческий мэр и студенческий магистрат, мы сотрудничаем, уже создали студенческий парламент. И в дальнейшем, через уже около 2 недель осталось, в дальнейшем уже будет первое заседание, на котором будут решаться вопросы студентов, определенные моменты, какие-то проблемы, например, какие-то проекты, которые студенты будут предлагать. И все будет выноситься на уровень власти и в дальнейшем реализовываться. Презентація завершилася урочистою частиною, а саме підписанням меморандуму співпраці між комунальною установою Агенція розвитку Миколаєва та обласною універсальною науковою бібліотекою імені Гмирьова. Сьогоднішній захід і підписання цього меморандуму, ну тобто ми вже співпрацюємо і цей меморандум, якщо можна так сказати, ми його вже постфактум підписуємо. Але я вважаю, що він має бути і це дуже перспективний такий напрям і ми будемо активно в цьому напрямку працювати, працювати і працювати. Сьогодні у рубриці «Хочу бути» ми дізнаємось, як реалізовувати власні творчі ініціативи у нашому місті. Досьє. Олександр Єгоров. 16 років.
директор літературного клубу «Фенікс», організатор міжнародного літературного фестивалю «Серебряного века силует», студент Миколаївського муніципального академічного коледжу. Наше спілкування ми почали зі спогадів Олександра про дитинство. В дитинстві я мало любив читати, але дуже любив поезію. В общем-то, на этом я и вышел, наверное, с лет 4. Я уже стоял на сцене, начиная с детского сада, потом школа, сцены в ДК. И, в общем-то, с 14 лет я уже ставлю литературные вечера в Николаеве области. В детстве, честно, я был очень неспокойным ребенком, очень энергичным. И, наверное, культура для меня значила очень многое. Поэтому, возможно, еще вот на мое теперешнее повлияло то, что я всегда хотел быть актером. Когда дети хотят быть космонавтами, врачами, то я с 5 лет хочу быть актером, и по сегодняшний день остаюсь при этом же мнении. Школьная жизнь – это было тоже довольно-таки непросто, потому что, ну, в общем-то, как всегда и у всех, учеба и культура, какая-то деятельность в городе очень-очень мало дружат с друг другом, потому что всегда нужно было что-то выбирать. Но хотя я выбирал, конечно, общественную деятельность, актерскую деятельность. И я, наверное, очень благодарен своим учителям, потому что моя администрация школы, мои учителя всегда шли мне на встречи. И, наверное, за один год, если, к примеру, мы учились вот 9 месяцев, даже 8, если брать со всеми каникулами, месяца 3 я точно пропускал учебы. Но хотя я потом подгонял все, и в любой другой школе любые другие учителя наверняка бы давно бы уже отчислили, начинали бы скандалы с ГРАНО, департаментом освиты. Но нет, мои учителя были прекрасными людьми, и я очень рад, что они меня понимали, а я понимал их. В общем-то, у нас была такая взаимоподдержка, и мы выручали друг друга в тяжелые времена. Також ми дізналися про історію виникнення літературного клубу «Фенікс». Если брать уже наш литературный Николаевский клуб «Фенікс», то я его создал, наверное, когда мне было 15 лет. То есть это было полтора года назад. На данный момент за нашими плечами уже есть несколько проектов городских и региональных. Как это все получилось? Это очень смешная история. Значит, мы очень часто ходили на литературные вечера к другим литературным клубам. Но нам очень не нравилось, потому что эти вечера проводились в каких-то пабах, в каких-то всяких там клубах, барах и все такое. То есть, в общем-то, да, там было интересно, там читали поэзию, там прославляли не только нынешнюю современную поэзию, но и поэзию золотого, серебряного века. Это было очень интересно. Но, честно говоря, смотреть на людей, которые сидят рядом с тобой и распивают алкогольные напитки, это было уже, конечно, не очень приятно. И поэтому, значит, мы собрались с небольшим коллективом и решили, значит, сделать такой вот небольшой городской николаевский клуб, молодежный, литературный. Первый наш литературный вечер прошел 22 марта 2015 года. И это было достаточно интересно. Это было очень непросто в организации, потому что, когда начинали делать рекламу в соцсетях, это было что, кто это, почему, почему мы должны вообще туда идти, какие-то дети делают. Но хотя прошло у нас 1, 2, 3 литературных вечера, и к нам стало уже приходить достаточно много количества людей. Олександр привідкрив нам таємничу завісу організації та реалізації міжнародного літературного конкурсу «Серебряного века силует». Ідея, значит, возникла у нас полгода назад весной. Значит, опять же, на одном из собраний нашего клуба мы посмотрели на то, что творится не только у нас в стране, вот у наших соседей, у наших дружественных странах. И действительно мы понимали то, что, в общем-то, вот поэзия нужна не только вот нашему городу. Мы решили объединить молодежь не только Украины, но и, как мы уже говорили, Молдовы, Белоруссии, России. И сейчас вот даже мы уже завлекли, у нас были друзья с теми, которые мы сотрудничаем, из Соединенных Штатов Америки, и даже несколько студентов их принимали в нашем проекте участие. Конечно, в этом проекте мы сделали, как я уже говорил,
говорил при открытии «Две дороги». У нас были наши Николаевской области, Николаев, которые выступали у нас на сцене. Это был и Херсон, и Одесса, и Очаков, ну то есть вот ближние наши города. Тут у нас было 23 участника. Значит, и нам на нашу почту, на наш сайт пришло 53 работы с Киева, с Молдовы, России. Конечно, большинство вот работ приходило с Кишинева и Москвы, Санкт-Петербургом. Там, конечно, мы уже просматривали с нашим жюри, работы были очень сильные. И требуется, наверное, очень много сил, чтобы выбрать лучших. Підводячи підсумок, Олександр висловив побажання миколаївцям щодо досягнення мети. Дорогі друзі, хотілося б вам сказати, то, що дійство, вот вся життя деятелей культури, общественників, актерів, сценаристів, режисерів, да, з першого взгляду це кажется дуже складно, але якщо це ваше, вы должны стремиться и идти по жизни только со своей целью. Потому что, когда вы войдете, вольетесь в это течение, да, будет трудно, но со временем вы привыкнете и вы поймете. Главное, чтобы ваша душа этого хотела. Если вы будете стремиться к своим целям, к своим желаниям, то вы будете счастливы в своей жизни. Як вести бізнес у сфері організації свят? Дізнаємо саме зараз у рубриці «Успішна справа». Зараз у рубриці «Успішна справа» ми поговоримо про ведення бізнесу у сфері організації та проведення свят. У цьому нам допоможе Андрій Нерода. Вітаю тебе! Добрий день! Андрій, розкажи, пожалуйста, як возникла ідея створення такої інтересної компанії «Суперсвято». Ви вже на ринку давно. Розкажи, пожалуйста, як все починалося? Якщо чесно, починалося все дуже давно. Дуже давно. Началось все с того, что когда впервые я пошел в театральный коллектив «Мечта» во Дворце творчества учащихся, он тогда тоже был, я был маленький, вместе с Олегом, с Роландом, рекорд был, мы всю программу сделали, все собрали за 20 минут. То есть Олег позвонил, говорит, вот есть сцена, все есть, через час начнем. Я говорю, ну давай, собрались, то есть скейтеры, роллеры, все, то есть мы собрали программу, то есть это был рекорд. Делали очень много интересных мероприятий, городских, областных, социальных. Ну и постепенно мы поняли, что многим людям не хватает просто, то есть все вырастают, все не студенты, не хватает просто социальных мероприятий. Мы умеем классно организовывать мероприятия. Плюс мы ездили часто в Киев, смотрели, как ребята там работают. Мы решили собрать команду и постепенно делать коммерческие мероприятия. Ну и по сей день команда растет, компания растет, и мы делаем и социальные мероприятия, и коммерческие мероприятия. Я могу сказать только одно. Самый большой подводный камень, с которым можно столкнуться, и все ивентчики знают этот камень, это когда ты начинаешь поднимать или работать в бизнесе ивента, что-то создаешь, берешь людей, обучаешь их чему-то, они помогают, начинаешь работать, и в итоге эти люди думают, ага, наверное, я буду сам. Если я буду сам, у меня будет больше работы, да, то есть или больше там чего-то. И я не хочу быть в команде, то есть я не хочу совместно там тратить деньги на офисы, на рекламу, зачем я сделаю себе визитки, пойду дальше. Эти люди начинают расходиться, начинают делать что-то свое. То есть рынок начинает дробиться на мелкие-мелкие-мелкие кусочки. И получается, тебе заново нужно воспитывать каких-то, да, там, членов команды или опять же с кем-то сотрудничать. Совет номер один. Значит, если вам кто-то говорит, что что-то невозможно, невероятно, это сложно, не заморачивайтесь, не парьтесь и вообще ты этого не достоин, не слушайте его, просто делайте. То есть просто вот вы хотите, вы придумали, начинайте это делать. Подтверждение этому всему скажу сразу. Когда-то проснулся и понял, что в Николаеве не так популярно радио. Пошел к вышке. И в 17 чем-то лет уже вел 3 радиопрограммы на радио Николаев. Причем очень популярно, сейчас уже на 92 FM, насколько я знаю. Да. После чего совет номер 2. Если вы чего-то не умеете, не стесняйтесь, не говорите, что вы все умеете.
Просто вам нужно подружиться и поработать в той команде, которая это умеет делать. А еще лучше найти свою команду, в которой вы сможете остаться. Потому что именно если вы нашли свою команду и вы умеете правильно находить общий язык, умеете правильно работать в команде, вы будете в этой команде расти. И пока вы вместе, вы сможете все. Как только вы отделяетесь от команды, будет очень сложно. И совет номер три. Всегда нужно в жизни пользоваться правилом того, что все должно быть в меру. Нужно постоянно хорошо работать, но при этом нужно время от времени отдыхать. Ну, иначе будет сильная усталость, болячки всякие и так далее. Поэтому отдых, работа должны быть вот как на весах, соизмеримы. Як часто ви попадаєте в ціль та досягаєте необхідних результатів? Якщо ви не стоїте на місці та постійно розвиваєтесь, то Академія успіху саме для вас. Сьогодні ми з вами перейдемо до наступної сходинки успіху. Отож, від мрії до мети. А допоможе нам у цьому Ганна Каськова, людина з великою кількістю талантів. Викладач, психолог, тренер та державний службовець. Вітаю вас, Анно. Здравствуйте, рада встречи с вами. Мы говорили о мечте. Мечта движет нами. Помните детскую песенку «Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и непременно принесет нам подарок», да? Да, волшебник, конечно же, прилетает. Ну вот давайте определимся. Волшебник прилетает в том случае, когда что? Мы просто мечтаем. Мы хотим, мы желаем что-то изменить или мы что-то делаем. Вот маленький пример из спорта. Какая задача теннисиста? Хорошо подать и правильно отбить мяч. Казалось бы, два простых навыка, но они требуют колоссальных усилий, колоссальной отработки. Конечная цель – победа в игре. Поэтому волшебник прилетит только в том случае, если будет навык, если будет действие. Поэтому мы говорим не только о мечте, мы говорим о миссии. И мы говорим о цели. Миссия – это есть несколько большее, нечто иногда далекое, иногда вообще непреодолимое. А цель – это рядом. Цель – это то, что помогает нам быть более собранным, устойчивым, целеустремленным. Хочу привести небольшой пример. Всем известна Анджелина Джоли, которая известна не только своими картинами, съемками, а известна благотворительностью. Она занялась этим тогда, когда, как она сама говорит, ее гонорары за участие в фильме были неприлично большие. И, имея все, не была при этом счастлива. И, прочитав сценарий фильма «За гранью», поняла, что есть очень-очень много людей, которые просто не могут без посторонней помощи справиться с трудностями в жизни. И начала помогать. Сегодня она стала послом доброй воли миссии ООН, внесла 3 миллиарда помощи и усыновила 3 детей из Эфиопии, Камбоджи и Вьетнама. То есть человек нашел свою миссию. Поэтому очень важно нам знать свое предназначение, свою миссию. И как раз миссия – это то, что сделает нас отличным от других. Поэтому очень хочется, чтобы мы понимали, что кроме мечты нам нужна миссия, она вдохновляет. Она определяет цели, и она расставляет приоритеты. Поэтому, кроме мечты, определяем миссию. Анна Леонидовна, хотелось бы перейти к следующему блоку и начать с такой цитаты, которую сказал знаменитый человек Гёте, что большая часть бед во всем мире происходит именно от того, что люди недостаточно понимают свои цели. Скажите, пожалуйста, как правильно сформировать и понять свои цели? Первое. Цель должна быть конкретная. Например, вот я сегодня формулирую, что в следующем созыве Верховной Рады я хочу стать при выборах депутатом Верховной Рады. Да? То есть четко понимаю, кем хочу стать, в какой срок хочу стать. Да? Но при этом должна четко понимать, что для этого нужно сделать. Конкретная цель сразу для меня определяет конкретный план действий, потому что он определяется и сроками, и направлениями действий. Второе. Очень важно, чтобы цель была осязаемой. Ну, например, если мы говорим о том, что мы хотим создать фитнес-центр, да, или мы хотим создать молодежный клуб, мы себе представим, что такое молодежный клуб. Это же не только ночной клуб, которых и так сегодня достаточно, да? Молодежный клуб, где кто-то будет играть, кто-то будет петь, реализовывать себя, различные виды спорта. И мы осязаем, мы ощущаем эти запахи, мы видим этот цвет, мы видим дизайн именно молодежного клуба. То есть включаем полностью воображение.
Таким образом, включив логику, конкретная цель, включив осязаемость эмоций и эмоциональную мотивацию, мы одновременно подключаем и правое, и левое полушарие и заставляем их работать на нашу цель. Третья очень важная характеристика для цели – цель обязательно должна совпадать с нашими ценностями. Представляете себе, что если цель в принципе вам не интересна, если это не ваша ценность, тогда во имя чего все это делать? То есть однозначно цель совпадает с вашими ценностями в жизни, вы для себя сами говорите, это действительно для вас важно. И вот если вы находите цель, совпадающую с ценностями, вы можете горы свернуть. Следующая характеристика – цель независимая. В чем это проявляется? Цель только ваша. То есть вот она только моя и ничья больше. Я не могу планировать изменения другого человека. Я могу планировать вовлечь других людей, если цель большая, масштабная, я думаю о создании команды. А если речь идет о моей личной цели, значит, конечно же, она независима от других людей. И вот самое главное еще и характеристика – эта цель должна быть экологичной. Мы все находимся в системе. Кто-то учится в студенческой группе, кто-то живет в студенческом общежитии или в микрорайоне, у нас есть хобби, есть круг людей, то есть мы все находимся в социальных системах. Как только мы меняемся, как только мы продвигаемся от одного состояния к другому, это влечет изменения наших отношений. И зачастую мы слышим, а зачем вам это надо? Кто-то решает курить и говорит, ой, но все курят, и ты, ну что ты, ты сразу полнеешь начнешь. Или кто-то, так сказать, хочет поступать в другой вуз, получать другое образование. Зачем это тебе надо? Всегда найдутся много людей, которые будут вас останавливать в этом развитии. Поэтому иногда близкие не разделяют, это гораздо тяжелее. Поэтому тут четко надо понимать, готов ли ты сегодня меняться порой вопреки мнению окружения. Поэтому однозначная цель должна быть экологичной. И вот когда вы ходите на вот такие характеристики целей, то вам, в конце концов, понятно. Ваша внутренняя готовность, вы невольно стратегический план составляете и понимаете, какие ресурсы нужно для этого привлечь. А в нас настав час підбиття підсумків. Отож, найголовніше за сьогоднішню нашу програму. Ставте великі цілі. Порівняння – враг успіху. Порівнюйте себе тільки з собою. Віра дає сили. Вірте в себе. Працюйте в задоволення, і мета буде досягнута. А ми бажаємо всім перемог. Отож, друзі, до нової зустрічі у Академії успіху! Сьогодні у історичних цікавинках ми відвідаємо Очаківський воєнно-історичний музей імені Суворова. Очаківський військово-історичний музей імені Суворова відкрився в 1972 році. Розмістився він в одному з найяскравіших будівель міста – колишньому Миколаївському соборі, що є пам'ятником архітектури. Очаківський воєнно-історичний музей охватує цю історію розвиття людства на Очаківській землі. Начал он свое бытие в 1950 году, когда отмечалось 150 лет со дня смерти Александра Васильевича Суворова. Начался он из комнаты, музейной комнаты небольшой, которая располагалась в Доме культуры. Не было штатных сотрудников. Центральне місце в експозиції цього музею займала діорама «Штурм фортеці Очаків». Живописне полотно, створене членом-кореспондентом Академії мистецтв СРСР Самсонова, в поєднанні з предметним планом відтворювало реальні події, що відбулися 6 грудня 1788 року. У 1999 році було прийнято рішення про повернення будівлі Миколаївського собору Православній церкві. У 2000 році музей переїхав у нове приміщення – будівлю колишнього райкому партії, де на двох поверхах розмістилися експозиції вже нового музею, що оповідають про стародавню і славетну історію Очаківської землі. Музей містить більше 11 тисяч одиниць експонатів,
зброя, спорядження, прапори, нумізматичні колекції, твори живопису, унікальні фотографії, документи освячують історію краю з найдавніших часів і до наших днів. Беріть відповідальність на себе та досягайте бажаної мети. В ефірі була програма «Молодіжний клуб» – місце зустрічі активних, молодих та успішних. До побачення!